Сегодня в школе учат не только читать и писать. Здесь маленьким детям с самых ранних лет помогают становиться взрослыми людьми с правильными ценностями. В них воспитывают любовь к родному дому, городу и стране. Особое место воспитания патриотизма занимает в образовательной программе школы «Лидер». Эти встречи способствуют воспитанию гражданственности, чувства долга, чувства ответственности, любви к родине, к большой и к малой. Урок мужества в этот раз посвятили знакомству с историей подразделений специального назначения. На встречу к школьникам пришли военные, рассказали детям о своем опыте службы и даже поделились талантами. Большая благодарность директору школы за то, что организовывает вот такие вот патриотические уроки. Это закаляет и воспитывает нашу молодежь во всех направлениях. В школе «Лидер» регулярно проводят подобные встречи. Каждый раз на них стараются приглашать новых гостей. Нина Липанова, Вильфред Демковский, новости Химки ТВ.